Вот мы обелетились. Завтра в 10 утра стартуем из Иркутска в Ольхон с автовокзала. Итак, друзья, едем мы уже вот на этом замечательном автобусе Ford Transit. Дорога жесть, трясет просто отпад, как на лошади скачешь. Даже тут парня, ну мелкого, стошнило даже в дороге. Жесть. Так, едем 2,5 часа, и вот остановка у нас получасовая, чтобы покушать. Поза также, как везде, 40 рублей. Сейчас будем пробовать. Перепутали. Ветрено. Ну вот, мы подъехали к парому. А вот, собственно, сейчас будем переправляться на остров Ольхон. И да, проезд на пароме стоит бесплатно, как для пассажиров, так и для машин. Так как это федеральная трасса, проезд бесплатен. Ну вот мы доехали до Хужира, выгрузились, ехали 5 часов 20 минут. Дорога просто убита напрочь, особенно по Ольхону. Просто жесть. Как на терке на какой-то, не знаю, ехали. Но доехали. Для стоянки на Ольхоне мы выбрали Сарайский пляж. Потому что здесь песочек и хороший спуск к воде, потому что весь остальной Ольхон, он такой более обрывистый. Мы сейчас идем туда подальше в лесок. И найдем место для лагеря. Так, ну вот мы поставили лагерь. Вот здесь вот, в леске. А вот там, собственно, озеро Байкал. Сейчас туда идем трогать воду. Может быть, купнемся, но не обещаю. В принципе, такая она свежая, бодрявая даже. Искупаться можно. Блин, так там камни, как туда заходить. Глубина так себе, а вода нормальная. Глубина не очень, но вода огонь, реально. Всем советую. Ну что, друзья, вечер, и мы наш лагерь более-менее обустроили. Сейчас покажу. Палатка, веревка, воды уже принесли 20 литров, скамейку надыбали, стол сделали, два стола сделали. Ну, собственно, вот, жить можно. А вот там вот Байкал. Да не уйти, правда, метров 100, но мы специально от него подальше встали. В таком вот месте, закрытом от ветра, от всего. Ну, идти метров где-то, наверное, 70. Ну, ничего. Ехать до него было еще дольше. Так, все нормально. А у нас ужин. Макароны с сосисками. Вот так вот. Итак, друзья, вечер, закат. И все же не зря мы купили
пендали в Иркутске, в спортмастере, чтобы так вот вечерком сидеть и втыкать на закат. Естественно, с чайком горячим. А, можно сразу тогда еще подвести итог сегодняшнего дня, пока помню. Так вот, мы еще проснулись в Иркутске, на автобус до Ольхона пробежались. На автобусе ехали 5 часов 20 минут. Дорога ужасная, особенно по Ольхону, но это я уже говорил. Мы все, стали базовым лагерем на пляжике. Ну, не на самом пляже, чуть подальше, там, в леске. Ну и все, круто, отдыхаем. Да, сегодня искупался, наконец-таки, в Байкале. Вода бодрит, веселит тело и дух. Так что все круто, отдыхаем дальше.